это полимерный металл. Что ж, выбьем клин клином. Роза, я иду. Thank you.
примет мое предложение. Встретишься с Робби на том свете. Сила Розы станет моим, как только я грохну Миранду. Нет, нет, мне нельзя умирать. Я должен убить ее. Я покончил с Гейзенбергом. Теперь я найду Миранду и верну Розу. Только со мной. Это опасно. Жди там, ты слышишь? Итан? Роза? Итан! Итан, ответь! Мия? Но... Роза... Такая ценность, правда ведь? Она все для меня. Как и мои. Гейзенберг мертв. Ты упустил свой шанс. Что ты будешь делать? Не знаю, но я спасу Розу. Не знаешь, как всегда. И что я заменила Мию, не знал. Бедный Итан. Кто ты? Где Роза? Миранда. Хватит. Помнишь Эвелину и ее власть над плесенью? Роза ее наследница. Нет, Роза совершенное воплощение Эвелины. Когда она вырастет, то будет управлять всеми. И она мне нужна! Иди нахуй, ты сука! Успокойся. Роза будет спасена. Мегамицелий помнит всех нас. Но она возродится, как моя дочь. Это моя дочь, не твоя! Ну где ты? Покажись! Почему Роза стала такой? Может, дело в родителях? Ведь ты действительно уникум. Но теперь я узнала все. И ты перестал мне быть полезен. Миранда! Не прячься! Выйди и сразись! Не бойся, Итан! Ты умрешь быстро! Мегамицелий будет помнить тебя. И я сохраню образец твоей крови. На рассвете... Наша церемония завершится, и я стану ее истинной матерью, связанной навеки кровью. Я столько ждала, но мечты должны сбываться. Я хочу увидеть свое дитя. Носитель она или нет?